Здравствуйте, уважаемые садоводы! Если зимы в вашем крае, где выращивается малина, очень холодные, но малоснежные, то снегом кустарник нужно будет укрыть самостоятельно. Для этого понадобится солома, которой нужно будет засыпать малинник. Слоя в 20 см будет достаточно. Так кусты благополучно перезимуют и будут спасены от нашествия грызунов. Толковая и своевременная подготовка малины к зимовке сбережет тонкие молодые стебли от вымерзания. Прежде чем заняться укрыванием кустов малины, землю рыхлят и в последний раз удобряют. Если почва окажется слишком сухой, ее нужно будет умеренно полить. Обязательно ли пригибать малину на зиму? Так вот, в каждом регионе этот вопрос будет решаться разными способами. Там, где зимы с сильными морозами, но не богатые снегом, например, на Урале и в Сибири, малинник обязательно пригибают. Это повышает шансы на то, что снежный покров все же укроет заросли, и они перенесут холода комфортно. В центральной части России кусты преклоняют не все подряд, а только побеги самых изнеженных и капризных сортов. Чаще всего это штамбовые виды или экземпляры с большими плодами. Например, малаховка, моросейка, сластена, падишах, таганка. Также пригибать и укрывать на зиму обязательно нужно черную малину сорта Кумберленд. Пригнуть малину нужно успеть глубокой осенью, после завершения листопада, но до прихода заморозков. Ветки малины пригибают к земле и закрепляют следующими способами. Макушки побегов привязать к низу соседних веток, или же сплести ветки в подобие косы по длине всего ряда и прижать чем-нибудь тяжелым. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!